Внешний вид человека всегда отражает его происхождение, статус, род занятий и художественный вкус. Если в прежние века эта картинка была максимально точной, в наши дни все слишком запутано. Произошла некая путаница, так как можно встретить человека с очень высоким достатком в рваной футболке. Либо наоборот, существуют те марки, которые предлагают достаточно доступный, солидный образ, и можно выглядеть весьма респектабельно. Но тем не менее, предметы, которые отражают принадлежность человека к определенным кругам, существуют и в наши дни. Если мы говорим об успехе и о достатке, то это будет ювелирные украшения знаменитых домов, драгоценности с камнями высоких характеристик, аксессуары люксовых брендов, затем премиальные меха. Это современные коды роскоши, которые на сегодняшний день великолепно вписываются и сочетаются с вполне демократичным образом, но подчеркивают все-таки статус человека. Такие вещи оценят по достоинству в кругах людей обеспеченных, там, где материальный достаток играет очень важную роль. Не секрет, что на сегодняшний день часы Шанель, сумки Hermès, Louis Vuitton и другие предметы роскоши, их часто подделывают. Но это порочный путь носить подделки. Это безвкусно, не стильно, это удар по репутации. В некоторых странах даже противозаконно. Если нет возможности приобрести оригинал, на сегодняшний день масса недорогих брендов делают реплики. Но приобретать именно подделку – это фальшь. Это будет видно, это почувствуется, и это не приветствуется ни в каком обществе. Еще одной возможностью стать обладателем предметов роскоши является так называемый вторичный рынок. Вторичным рынком для таких предметов на сегодняшний день являются брендовые комиссионные магазины. У нас проводятся такие операции, как прием на комиссию ваших изделий, где вы назначаете свою стоимость. Скупка – это мы непосредственно оцениваем ваши изделия и его выкупаем. И также в залог. Мы примем ваши дорогостоящие вещи, если вы не готовы с ними расстаться, в залог. Для наших покупателей мы, безусловно, гарантируем подлинность тех изделий, которые мы представляем в Камзо. Перед тем, как принять вещь, мы отправляем на аутентификацию, либо экспертизу. Если это ювелирные изделия, наши гемологи производят оценку. То есть мы на 100% несем ответственность за то, что мы вам продаем. И это оригинал. Вы знаете, есть такое выражение, я его очень люблю. Быть необычным достаточно просто, а быть самим собой дорогого стоит. Поэтому будьте сами собой, и красивые вещи пускай вас радуют и украшают.